Ребята, всем привет! Сегодня вам хочу показать Indian Pennyworth, либо по-русски Гутакола. Вы можете о свойствах прочесть в интернете. Значит, она полезна, вот ее нужно пить всем, кто занимается умственным трудом. У меня муж обожает ее, потому что говорит, прям она настолько способствует мыслительной энергии, что вот всем, кто сдает экзамены, вообще у кого умственная работа. Значит, смотрите, она вот как гинго-билоба, улучшает процессы памяти, активизирует мозг. Вот она стоит у нас, видите, за килограмм 109 рублей. Ну, где-то вот это будет, наверное, бат 18, вот пучок. Значит, как выбрать? Ну, вот чтобы были зелененькие листья, чтобы желтых, вот как вот уже здесь, вот. Ну, не могу показать. В общем, желтые не должны быть листья. Смотрите, вообще она вот это вот плохая. Видите, уже вот как бы подгнило, такое не берите. Смотрите, чтобы вот эти были вот сухие, да, чтобы не были заквашенные, да. А, значит,